тут это борьба, миссия наша выжить, понимаешь? Ай-яй-яй-яй-яй, да. Да это, да, слопни, ты уже знаешь, оно, ну, вот это все, короче, не могу уже передать, как это, оно на нервах, все это, ну, хана, короче. Да это, да. Да дело в том, что тут приехали, ага. Люди поотстрелялись, этот, и уезжают, понимаешь, а мы тут как постоянно, блядь, сам себе жрать, а ну, как у нас, сами себе жрать готовим, по погреба все погребали, уже с погребов, ну, короче, хана. Россия оставляет после себя рубины. Это ужас, ага. Понятно. Село, ага. Это село называется, посмотрите на карте, недалеко от Изюма, Топольское. Ага, ага. Топольское, это малая камышаха. Да, ну вот и было, поехал. Нет, не останавливается. И все, и прорваться, я тебе говорю, туда не могут они. Ну, короче, я не знаю, это все. 9 мая это все не кончится. Конечно, нет. Слышишь, Жень? То есть Сережка говорил, что ты там ничего не подписывал. Нет, а то они же этому. Тут ну, предлагали, будут тут предлагали контракты, предлагали. Ага. Никто не подписывал, да, не ничего. Надо, сынок. И тут, ну как, то сначала просто наших кидали на берег, там, ну, с другого этого взвода, ну, даже роты, этот, их тоже, ну, мертвыми попривозили. На броню прыгают и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укроп, уж понятно. Нет, сегодня, чуть вчера люди начали отказываться, россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали. Ну, а я тебе такую, я сказал, вчера стреляю, если я не поеду. Все правильно, не надо, ну их нахер. Домой звонился? Да, до этого этих пленных привозили, и баян над ними издевал. Сука, говорю, эти пальцы отрублю, кисть отрублю, ставь на лопату, на кирпич, я орет. Сука, салават, ты откуда дикарь такой взялся, говорит, блядь.